Я про вас узнала где-то с полгода назад. Моя сокурсница прислала мне из Москвы записи ваши. Мне так это заинтересовало. Она была у нас на занятиях? Да, да. В центре защиты осталось. Да. Вот, меня заинтересовали эти занятия, я даже их записала, законспектировала. У меня в Бийске родители живут, отец болеет сахарным диабетом, у него часто подскакивает давление. И когда мы ездили туда, в Кости, я показала ему, как поняла, вот, исходя из того, что я видела, показала эти простые, такие удобные упражнения легкие, в любом положении, в любое время делать можно было. И он мне стал говорить, что у меня стало снижаться давление. Правда, я не знаю, насколько дальше он мне говорит, что лучше стал себя чувствовать, снижается давление, но насколько он это применит, вообще он очень хорошо следит за своим здоровьем. Я думаю, что он продолжает это применять. Мне что было интересно, я думала, когда мне сказали, что вы приезжаете, конечно, мне охота было увидеть вас вживую, как говорится. Пока же курилка. Вот. И еще интересно то, что у меня вот вторая неделя, она очень напряженная по работе. Я думаю, вот интересно, наверное, что-то новое я возьму, потому что от мастера, когда даже дышишь одним воздухом, то это очень важно. Ну и я четко поняла, что я практически не устаю, встаю рано в 5 утра, в 5-6 утра всю вот эту неделю. В принципе, так-то у меня подъем обычно в 7. Я не устаю при вот интенсивных таких нагрузках. Шейным хондрозом вот пострадала, и голова болела. И вот впервые я говорила как-то на занятии, что без таблетки, без сна я обычно могла заснуть, и у меня проходило. Я хочу дать вам совет. Угу. Я хотел это на сегодняшнем 4-м занятии, но как раз момент. Угу. Я хочу вам дать совет. Вообще обычно любые новые вещи, они иногда вдохновляют, переключают человека, и бывают некие эйфорические такие состояния, радости и так далее. Это и при таблетках новых. Вот заметь, что физкультура обычно механическая, тоже какое-то время подъем, потом идет снижение. Поэтому у нас в методе ключ предусмотрено поддержание хорошего состояния 5-минутной синхрогимнастикой регулярной, ну там 3-4 раза в неделю по 5 минут. А 1-2 раза в месяц, и особенно когда жизнь прибьет, предусмотрена разгрузка с перезагрузкой, чтобы опять наоборот. Поэтому эта метода гарантированная, что вот эти вот взлеты, они потом будут поддерживаться, закрепляться и так далее. Все замечательно. Я рада, что пришла с ним. Спасибо.